Всем большой привет! Привет! С вами музыканты группы Cheers и добро пожаловать на мой музыкальный блог. Именно на нем вы сможете посмотреть все наши выпуски этого сборища. На прошлом выпуске пару фраз от Раиля мы попробовали поиграть в новую игру под названием «Выкрутасы», где есть различные рубрики и там нужно отгадывать слова. То есть человек ставит телефон, в нем показывается какое-либо существительное, название или глагол, и другие люди должны отгадывать. Там есть различные рубрики, зоология, музыка, литература. Ну, мы попробовали несколько рубрик и остановились на музыке. Мы пришли к такому выводу, что мы можем отгадывать некоторые песни, и если мы эту песню сами знаем, ну, умеем исполнять, мы можем для вас их исполнить. И так приятно провести время. Если вам интересно, первую серию данной игры вы можете посмотреть, пройдя по этой ссылке. В этой второй серии, друзья, мы решили отойти от этой рубрики «Парафраз от Раиля» и сделать отдельную рубрику, и там уже записывать вот эти все серии веселые, и назвать эту рубрику «Музыкальные выкрутасы». Если вам интересно, друзья, оставайтесь на этом видео, а мы с вами начинаем эту игру. Итак, мы сейчас будем играть в игру «Выкрутасы», про которую вам сейчас говорил Раиль. Я вам объясню правила. Это приложение, вы, кстати, можете скачать его на Play Market или на App Store, чтобы поиграть самим. Здесь есть несколько рубрик. Это литература, чудеса света, музыка, кино, зоопарк, предметы быта, вершители историй, стихии природы, Новый год, страны и экстремальная головоломка. Один из нас должен будет приложить планшет к колбу, ну или просто вот так вот, и там будут появляться на планшете слова на определенную тему. Остальные участники должны будут мимикой, пантомимой, если это тема музыка, то может быть даже песнями, попытаться помочь ему угадать слово. Друзья, изюминка нашей игры заключается не просто там в отгадывании слов бесконечном, да, а есть, конечно же, конечный итог, и он заключается в том, что у нас появляется победитель в конце игры, который отгадал наибольшее количество слов. Дорогие друзья, как и сказал, еще раз напомню, что среди всех игроков будет, конечно же, один победитель, и ему достанутся все лавры. Ну и кроме победителя, конечно же, есть проигравшие, их несколько, ну в данном случае нас двое будет, не знаю, кто проиграет. И проигравшим самое большее не повезет, потому что для них вы в комментариях должны будете написать название песни или артиста любого, которого хотите, может даже самого сложного, там оперного, хоть какого, мы попытаемся все это исполнить, постараемся. То есть проигравшие должны будут исполнить ту песню, которую вы напишете в комментарии. Сегодня, друзья, чтобы не париться и досконально до вас донести суть нашей игры, мы выбрали довольно легкую для нас рубрику под названием «Музыка». То есть сегодня у нас будет все связано с музыкой. И все, что там появляется, мы, если знаем, тоже попытаемся исполнить. Начинаем, нажимаем «Играть». Вас видим? Да. И что? Я знаю. Пропустить? Нет, время нет, идет. Можно. Раиль? Это можно спеть. И что? Время пройдет время, я ничего не успею. Ты что, ни одну песню не знаю? Я не вспомнил. На такие музыки. У нас нет такой. Тату. У нас. Угу. Витас. Голос высокий. Сопрано. Ну, не знаю, я такой. Разбежавшись, прыгнуй с высоты. Что это? Счастье было, а то меня не стало. Смотри. Семенович. Да, но ты не успел. Блин, Нюшу, как я не мог нас. Ты чё, ни одну песню Нюшу не вспомнил. Ты чё, сейчас ты с ума сошёл? Нет, а что это? Как летать над крышами? Король и Шут тоже чё, ни одну песню не знаешь? Разбежавшись, прыгнул. Я не знаю, просто пишу. Ель мясо, мужики. Я отгадал только тату и сопрано. Так херово. Друзья, это всего лишь разогрев. Как я не смог угадать Нюшу? Вообще. Это не угадать, не смог. Не угадать, но на песне одну песню вообще уже.
тупанули все. Не, он валит меня просто. Давай. Видос? Да. Новый год на Аварии. Да. Ну, почти. Блин, я забыл. По-умному. До конца названа. Да я забыл, как это называется. Counter-Strike. Стреляет? Короче, пасовая. Чё, куплю, короче. Блин. Напитки покрепче, слова покороче. Ладно. Чё, вдвоём, что ли? На районы. А, зверя. Хаус. Пропускай. Отлично, поем. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Теперь мой черед и продолжаем игру. Стоп, ты закрыл камеру, нас увидел. Да, камеру. Да. К пас, короче, не знаю, как объяснить. Гитара, кифара, балалайка, домра. Ира. Кифара. Ира. Лира. Ира. А, бас. Бас-гитара. Нет. Контрабас. Баритон. Басистка, гитаристка, контрабасистка, басистка, гитаристка, бас-гитаристка. Нет. О, блин. Плевать, не вспомню, не вспомню. Ладно, давай. Могу. Пинг. На колки настраивать гитару. Пинг. Подтянуть. Какой кто он это был? Ай! Я же делала пынь! Эй! Где? У тебя один! Один? Ну давай фоткай! Что-то я у тебя вдвоем не вспомнила ни одну песню. А, блин, я то вспомнил. Какая там была-то? И загадали желание, что-то там. Ты пришла на свидание, да. У тебя много места? Да. А, чай вдвоем, что ли? Да. Да, и у меня только потом тоже, когда он прошел. Чайная, вдвоем. Да, да. Показать. Друзья, я заработал всего лишь один балл, и походу в конце мне придется туго. Но мы продолжаем, меняемся местами. Теперь снова черед за Катей, и посмотрим, что у нее выпадет. Уже началось, Раиль. Джексон! Не помню. А, это все, что останется после меня. Что такое осень? Это... ДДТ. Да. О, а чё, чё? Бьянка. Да. Я назову планету и... Софира Таро. Блин, какая мне... Только сегодня слушаю. Это... А. Сегодня слушаю. И будет и Прованс. А. Ёлка! Да. Чё? Да и не успеете. Вока, вока, зайда. Бьёнсе. Да, всё норм. Всё нормально, видно. Такси? Из такси? Кто поет? Я не помню. Блин, у них более известные песни есть. Есть. Ну ладно. Ладно, пофиг, давай.
гитара? Дирижировать? Дирижер? Сразу? Да? Блюз? Нет. Кантри? Нет, ему на кантри похоже. Он не угадает. Регги? Кантри? Нет. Вальс? Розетта. Короче, на этот раз. Он не угадает. О! Ты это говорил. Кантри? Нет. Регги? Да. Дорогие друзья, пока что у нас счет таков. У Кати 7 отгаданных, у Ромы 6. У них уже спор идет, но у меня всего лишь один и вторая попытка. Посмотрим, что будет. Так, не держим. Я попробую. Пальцы убери. Пальцы. Один. Вот так пониже сделай. Лирика. Не объяснишь. Ты. Баллада. Наверное. Возлюбленная. Куртуазность. Очень музыкальная. Возвышенное, духовное, удивление. Нет, готовься. Ладно, давай дальше. Гитара добра, балалайка. Добра. Ты чё? Ай, блин, я неправильно нажал. Сразу пас. Ну ладно. Ра-ра-ра-а-а, рома-рома-ма, га-га-у-ля-ля. А, Леди Гага. Леди Гага-га-га, да? Ой. Ты тоже да, не угадай, короче, давай. Тифара, что? Китайская, да? Нет. Медиатор? Нет, давай, убирай, сейчас время идет. О! Быстрей! Куин! Нет. А зачем? Куин! Куин? Нет! Я проиграл! Скоро приехали? Ну я их песни не знаю, если честно. Мандолину не мог угадать, да? Ты Леди Гагу ты угадал, потому что Гага, ля-ля. Ты Домру тоже, в принципе, угадал бы. Домру угадал. Домру угадал. Значит, Домра. И Леди Гага. Кислота? Да. Такая группа же есть, да? Да. Я думала, типа, ну, стиль, кислота. Домра, Леди Гага. Все. 3 балла, друзья. Ну, подводим итог. Херо, конечно. Да ладно. Вот и подошел, друзья, к концу наша серия из новой рубрики. Надеюсь, вам было весело. Нам, если честно, очень весело. Мы заугарались, доугарались, переугарались и все прочее. Если вам понравилась наша рубрика, друзья, комментируйте, что не хватает, что нужно добавить и продолжать ли нам вообще делать это все. А теперь самое главное, у нас есть победитель, вот она, и у нее 7 баллов, да. У Ромы у нас 6 баллов, ну а у меня всего лишь 3 балла, друзья. Я проиграл, и значит, по правилам будет так. Вы теперь должны в комментарии написать название любой песни, потому что мы сегодня играли в рубрике «Музыка», а в музыке много музыки. Любую песню, любую группу вы можете сейчас в комментарии написать, и я должен буду ее исполнить. Ну, то есть мы с Ромой проиграли, мы должны будем ее исполнить к следующему выпуску, друзья. Ну, Катя тоже может нам помогать. Должно быть это все весело. Пишите любые там оперные, хоть что. Мы просто попытаемся исполнить. Не прям как в оригинале, но так, чтобы вас посмешить. А вдруг у нас и хорошо получится. Друзья, вот такая сейчас заявочка на нас от вас покатится. Челлендж. Все, друзья, пишите в комментарии название песен. А следующие ваши друзья, там остальные подписчики, люди, которые смотрят нас, должны проголосовать именно за ту песню, которую мы будем исполнять в следующем выпуске. Спасибо за внимание еще раз. Подписываемся на канал, чтобы не упустить такие клевые выпуски. И до скорых встреч. Пока. Все, давай. Да неужели вы не знаете ни одну песню Лары Фабиан? Нет, кто такой? Да сейчас я вам скажу, кто это, и вы поймете. Что это? Это, как я.
поет ЖТМ. Да, не знаю. Появляется победитель в конце игры, который отгадал наибольшее количество слов. И он возвышит. И он возвышит. И этот победитель возвышается на самую высокую гору, а мы... И все лавры достаются победителю, который отгадал больше всех слов, друзья. А кто проиграл, да? Чё ты рот не так не снизил? А кто проиграл, да? Ну, так надо. Что мне вдирали? Пусть ты. Смешно. Ой. Всё, давай. Ну всё, не смейтесь, я так говорю вообще всегда. Да? Ладно. Все лавры, дорогие друзья, достаются... Все началось. Это уж двое, в данном случае, из троих нас. Они будут являться проигравшими, а значит, для них вы должны придумать название. Отлично. Вот жопа. Вот где я сейчас остался? В конце концов, видео. Вот жопа. Тихо, сейчас, где я остался? Они вообще не загадают, только сложно, они такие вначале, вот жопа. Они такие собираются, блин, что делать-то, тут песню. Вот эту, вот жопа. Все, я доснимаю, давай. Не вырезать момент, надо играть.